Здравствуйте, друзья. Вот у нас Андрей. Вот у нас покраска идет. Сколько слоев краски кладется? Две. Две? Два слоя. Вот то, что мы сейчас видим, это сколько? Это два слоя. Уже два? Да. То есть такое ощущение, что есть неоднородность некоторая. Вот. А потому что только что покрашена, она еще не высохла. Она высохнет, будет однотонная. Точно? Точно, я вам гарантирую. Ага. А это вот что торчит такое из стены, не знаете? Это у вас будет кондиционер. Так. Серьезно торчит. Да. Так, а туда можно? Да, пожалуйста. Богдан. Здрасте. Ваш ученик. Да, наш ученик Богдан. Так. А здесь тем же цветом красится? Тем же, но только здесь блестящая краска. Слушайте, а чего у нас на потолке? И на потолке тоже краска, да? Да. Ну, как интересно. Сказали, будет тут натяжной, но все равно покрасить надо. Ну да. Хорошо. Так. Что-то у нас вообще, можно сказать, усилиями, как сказать, бассейна Портнов Computer School. Вот так у вас жена училась. Да, не говорите. Вот стекается в нашу школу. Ну что же, мне кажется, очень симпатично. Я не знаю. Очень симпатично. Вот вы таким валиком. Хорошо. Богдан, вот люди могут подумать, что вы бросили тестировать и решили красить. Нет, я крашу днем, так. А тестирую вечером. То есть учитесь у нас вечером? Да. А давно учитесь? С 23 февраля занятия. Значит. Вот эта группа, я понял. Ну, осваивается материал-то? Материал осваивается, да, все понятно. А как вы попали вот в эту бригаду строительную? Ну, мне выдали контакты главного босса. Эдуарда. Да, Эдуарда, и я позвонил ему и попросил, чтобы... Ну, то есть вы как бы сложились, как бы, то есть да. У вас есть какой-то приработок, и можно учиться? Да. Откуда сами-то? Из Украины. Ну, откуда? Из Восточной, где война идет. Ой, Господи. Но какое-то место конкретно есть? Или так и скрывается? Не, пускай будет скрываться. Пусть будет скрываться. В общем, короче, война идет без вас. Да. Все, хорошо, помахали ручкой. Все, до свидания.